Хорошо, мальчики, давайте там. Бедровка, разминка получается. Что у нас, Даник, там? Давай, давай, Даник, Даник. Хорошо.
Даника продвигается, он не в ту сторону бросает, не в ту сторону. Так, ты не сиди, я вас сюда скину. Владимир, ты уже начал третью сотню делать. Владимир, ты должен так, заднюю подножку сделать. 10 минут сзади. Пошли по 10 бросков, это у вас будет 40, когда сделаете. Выше числа, Владимир. Пожалуйста, вперед, Владимир, покажи заднюю.
Даник идет чуть-чуть на тебя, ты бросаешь вперед. Залезь заднюю подножку. Нет, это не задняя. Нет, подожди, сейчас. Так, хорошо. Иди сюда, Влад. Раз, вот, отходи назад. Вот, Миша, я тебя держу. Я разворачиваюсь и делаю вперед. Так, хорошо. Сделали? Сделали. Теперь шпагат. Зацепу меня. Вот к этому шпагат чуть-чуть. Потяните. Чуть-чуть растяните, да. Ну что, покажи Владимир. Владимир, ты должен его прижать. Нет. Смотри, отсюда, раз сюда, и прижимай. А он уходит пиками назад. Прижми его. Нет, руку за шею. Прижми к плечу. Нет. Обними. Вот. Раз. Даник, уходи назад. И вперед бросай. Вот так умница. Ну как ты делаешь? Девочка защищается, ты раз ее прижал. Давай. Даник, девочка, ну залезь, ну, ты, он даже не чувствует тебя. Присмейся. Он мертвый. А что такое? Влюбился? Нет. Кого? В пиццу влюбился? Может быть. Хорошо. Матен, сейчас зацеп будет. Ага. Попушки сильнее. А, да не, Влад. Сейчас мы его ноги порвем. Пилю. На две части. Хорошо. Значит так. Захват. Или такой. Да? Чуть-чуть отсюда. Чуть-чуть вынести надо. Оп. Раз. Оп. И два. Так. Или отсюда возьми. И только не так берите. Надо через руку прийти. Или отсюда, или отсюда. Чуть-чуть надо его, чуть-чуть вывести. Раз, оп, и сюда. Пожалуйста. 10 раз. Сделали? Даник, а ну покажи, как ты его сейчас бросишь. Я думаю, что ты его сильно бросишь. Нет, Даник. Показывай. Иди сюда. Ты его не любишь. Ты его не любишь. Ты должен понимать, что делать. Ты должен вот, лезть, говорю, раз, вот, видишь, вот. И иди сюда чуть-чуть. Тебе удобно стоять? Нет, ты уходишь. Вот после этого кидай. Еще раз. Видишь, плотно надо, диагонально. Раз, прижать. Плотно. Как ты сможешь, хлоп, и бедро, и передник. А ну-ка, собери, да. Господи, вы. Господи, соберись. Давай, берешь. Чуть-чуть ниже. Чуть ниже. Так. Хорошо. Привет. Ничего хорошего. Вот это плохой. Ответ. Ну делаешь или нет, чудо? Ну, разворот. Есть! Ну, лицо. Посмотри на меня. Посмотри. Сюда. Зачем ты туда? Почему бросаешь вот так же сюда? Давай, Даник, я же знаю, ты красавец. Давай, Даник. Вот как скотина набросал. Вот как. Наступи на него один раз. Не, ну вот он, он меня тянет постоянно. Тянет, любит, наверное. Ну ты же трогал, ну не любит, вернее, уважает. Вот как, ты его мочить его и все. Ты же его держишь. Отпуска! Давай, давай. Покажи на нас. Аппа, молодец! Вот так! И сверни его, потому что на колено можешь. Раз. И на колено можешь остановиться. На одно, не на два, на два. Ну, нет, прямо. Я же сказал. Сейчас через руку летишь. Держи руку вот здесь. Оп, локоть. Не, или здесь. Оп! Оп! Краса! Да. Пошел. Да. Не скручивай его. Не крутится, да?
Нет. Прижми его к тулу. Вот так, и на него, блин, чтобы он знал. Пусть пухнет один раз, чтоб стыдно. Стойко. Высоко цепляешь. Ты колено чуть-чуть ниже цепляешь. Раз. Ты его не держишь, потому что ты его не держишь. Вот ты прогибаешься. Я это где его чуть-чуть сюда? Вот же. Так, Владимир, ты защищаешься сильно. Нет, не надо хотя бы. Давай. Это тянется. Хорошо, но ты выпрям. Берете этот мат, ставите сюда, а этот мат ставите сюда. Так, бери. Нет, вы не сможете, я не смогу. Я старенький, он молодой. Этот пожестче, а тут высоко поднимаешь, не поднимаешь. О, черти круг по татами. Разворачивайся немножко, что легче будет падать. Вот так. Привычно, да? Хорошо, пацаны. Сделали? Да. Так, вам. Отжимание 10, приседание 10, пресс 10, 3 подхода. Ты считаешь первый подход, 10. Ты второй, ты третий. А что вы сегодня? У вас еще 10 бросков. Иди сюда, например. Смотри, что это? Смотри. Возьми захват. Правда, да? Вот так. Вот. Значит, эту ножку вперед. Покажи, что это будет. Раз, два, оп, еще раз. Отжимание, пресс. Что, ты еще эту локоть поднимаешь? Третья, четвертая. Нет, не надо меня поднимать. Вот, видишь движение? Раз. Когда ты так ставишь, я тебя отнимаю, через грудь бросаю. А когда ты сюда, ты можешь вниз и все, ты их движение пускаешь. Вот, смотри, раз подошел. Смотрите, что я делаю. Я делаю, убираю вот эту ногу. Раз. И делаю через плечо, через спину с колен, переднюю подножку. Вот так вот. Получается так. Я свои делаю раз движение, он убирает ногу и делает бросок. Если с колен, скажите, почему? Потому что он головой не подпадался. Раз борется, он только замедлен. Раз, вы что делаете? Прыгаете и падаете. Еще раз. Вот. Сюда. Раз, ножку убрал, разогнулся, опа, через плечо сделал. Все, это пошли. Владимир? Да. Как тебя зовут? Владимир. А что ты криво так поставил? Так и я там поставил. Вот. Как ты ставил Даню? Нет, я его ставил, чтобы он поставил. Я его ставил, чтобы он поставил. Давай, делай. Вот. Все. Мягче цепляй. Ему будет мягче цеплять. Владимир, не слышу. 6. Специально можно подставить под зацеп голени.